В Югре есть все необходимое, чтобы от ремесленчества перейти к эффективному промышленному развитию креативных индустрий. Об этом журналистам на площадке РИЦ Югра рассказала посол Доброй воли ООН по промышленному развитию ЮНИДА Вероника Пешкова. По мнению эксперта, в этой отрасли у региона высокий потенциал, опора которого – сохранение культуры коренных народов и профессиональные кадры. В ходе финно-угорского вектора представляли проект Центра поддержки креативных проектов, и это очень перспективное направление. Когда идет поддержка создания формата взаимодействия между традиционными ремесленниками и дизайнерами. И вот правильная, корректная постановка этой работы – это тот формат, который, на мой взгляд, может вывести регион вперед.